Известный факт, что курение – это входные ворота в наркоманию. Это давно сказано во всем мире, причем и американцы и тоже это поддерживают. Это все очень известно. Я хотел сказать про… Немного сбили меня с мысли. Я хотел сказать… Ну, не знаю кто. Я хотел сказать, знаете, о чем? О том, что… Вот это то, о чем вы говорите, это, конечно, абстиненция, безусловно. Это очень грустно осознавать. Вот, но вылечить это можно? Можно Платона вылечить? Вот отвечая на вас, на ваш вопрос, это может быть одним из способов распространения наркотика. Потому как у расфасовки стоят люди, понимаете, и нет ничего сложного, скажем, добавлять какие-то специфические средства, ну, скажем, каннабиноидного ряда в эти кальяны для того, чтобы зависимость сформировалась более.